Мария, хочешь дальше? Да. Окей. У меня просто, я не знаю, у меня 3 заметки огромные, мне безумно нравится. Я забыла свой первый вопрос. Вообще, капец. Короче, я хочу начать с того, что мне безумно нравится. Я впервые вижу твои разборы, честно говоря. Теперь понимаю, почему Саша под таким восторгом. В общем, я психолог женский, но там очень много субличности, потому что я коуч, я хореограф, преподаю стрипластику. И если все соединить, то я работаю с 2 проблемами. Выгорание первое, то есть, а второе – это как женщине почувствовать себя, то есть свои эмоции, чего она хочет, как стать женственной, сексуально уверенной. То есть я сейчас конкретно укоренила синушинское. Сама женственная, сексуально уверенная? Абсолютно. Что ты на него смотришь? Ну, потому что есть то, как я себя ощущаю, есть то, как меня считывает мир. Вот, и я сейчас... У меня самое важное... Блин, сейчас можно подвинуть его? Все слышно. Маша тебя зовут, да? Мария? Да, я хочу просто поближе пододвинуть. Маш, ты уже обозначила проблему. Есть Маша, которая есть, а есть, которая тебя видит. И это 2 разные Маши причем. Это биполярка называется, да? Не поняла? Короче, смотри, есть я, который я всегда себя считала. Давай так, есть аватар. Вот да. Он, я себя какой-то считаю, да? А есть, который тебя видит. Угу. И я надеваю социальную роль совершенно другую, на самом деле, потому что я с детства, прям, знаешь, про силу, про категоричность. Ну, от этого я, конечно, уходила, чтобы не нарушать чужие границы, но я достаточно про агрессию, про работу с тенью, то есть я всегда очень конкретная. И я, когда работаю с женщиной, я прям действительно пронзаю, ну, то есть я вижу все слои в любых отношениях. Но при этом я через этот инструмент, я не напрямую работаю, я не помогаю женщинам становиться более агрессивными, я помогаю раскрыть себя, и чтобы они шли к желаниям. Саша, я сейчас скажу очень жесткую тему, но думаю, ты ее выдержишь. Давай. Жесткая тема заключается в следующем, что если ты не соответствуешь тому, что ты вещаешь, тебя никогда не купят. Мне почему-то страшно быть настоящей, потому что я понимаю, какая я. Подожди. То, что ты сейчас делаешь, ты смазываешь мои слова, не смазывай. Вот окунись в эту боль, не смазывай. Ты меня слышишь? Алло. Да. Да. Сейчас. Угу. Так, ну, давай так. Ребятки, остальные, кто пока слушает, вы как... От 1 до 100 напишите, насколько вам полезно, откликается, там, ну, вообще, живы вы там, вообще. Спасибо. Все настроили. Саш. Да. Саш. Ну, просто это очень громко на ухо. Ты не представляешь, насколько он звонкий, Маша, он постоянно на ухо. Маша, понимаешь, когда люди приходят на разборы, они как под лупой, понимаешь? И любое их проявление, оно очень показывает их как людей, понимаешь? Ты насколько угодно можешь мне говорить про женственность, блядь, про принятие, про, блядь, сексуальное. Вот это оно все показывает про тебя, понимаешь? Ты не представляешь, я сижу, я его не вижу, и он мне вот так, и мне так страшно в этот момент, я вот просто начинаю защищаться. Маша, еще раз, я тебе как мужчина говорю, если бы мне вот так вот показала женщина, вот так вот, понимаешь, какая бы у меня реакция была, как у мужчины? Ладно, хорошо. Вот так сделала, я потом на записи посмотришь, если интересно будет, ты вот так сделала. Так, пш, вот так вот пшикнула его, знаешь, как песика. Это про женственность? Маша? Я здесь другую роль включаю прям. Понимаешь, я не говорю, что это плохо. Просто вот у меня рилс недавно вышел. Я говорю, ребят, если вы женщины, да, я к женщинам обращаюсь, если вы, блядь, драконы, ну так, сука, будьте драконами, не надо из себя ромашку, блядь, строить. Потому что вот эта ромашка, люди не верят. Ты им продаешь, блядь, цветы, а ты, сука, дракон пылающий. Твой пылающий дракон нужен кому-то. Так ты покажи себя пылающим драконом. Чего ты себя лепишь, господи? Я, блядь, женственный, я там это, блядь, 5-10, господи. Скажи, я, блядь, баба с яйцами, я, блядь, уверенная, я, блядь, это. Кому-то, может, это надо, понимаешь? Вот, ну, есть вот фертильные, инфантильные телочки, понимаешь, может, им надо вот твоя вот это вот. Ну, тогда им это. Они же не видят этого. И ты себе это не принимаешь, понимаешь? Слушай, ну я принимаю, я не с такими клиентами хочу работать, честно говоря. Ими боишься работать, потому что это твоя теневая сторона. То есть у кого-то теневая сторона – это баба с яйцами, а у тебя теневая сторона – это вот такая вот девочка, понимаешь? Вот такая вся. Поэтому, Воздушно. да, поэтому ты не хочешь с ними работать, потому что у тебя это не отработано, вот эта сторона. А почему я так уверенно про это говорю? Потому что у меня прям периодами было. Сначала я работал с мужиками. Я думал, что женщины какие-то алогичные существа, вообще непонятно для меня. Потом я начал работать с женщинами. И они мне нормально денег приносили. Мужиков вообще терпеть не мог. Теперь снова мужики пошли. А знаешь, с чем эти периоды связаны? С проработкой мамы и папы у меня. Как только я прорабатывал маму, заебись, тут же мужики шли ко мне, понимаешь? Точнее, женщины. Как только я проработал папу, тут же мужики пошли, понимаешь? То есть, когда претензий нет у меня к папе, к маме, да, ко мне и мужики, и женщины приходят. Я не переносом не занимаюсь, понимаешь? Ну, А когда у меня женщины перли на меня, понимаешь, как бы у меня была не отработана мама, я с ними играл в игры. Я муж твой бывший, я твой любовник, там, я отец твой, понимаешь? И ко мне люди вот так вот приходили. А когда у тебя все отработано, понимаешь, внутри, у тебя нету претензий к маме, к папе, к себе, там еще к чему-то. К тебе все клиенты приходят, которым ты откликаешься. А когда ты говоришь, вот с этими я не работаю, ну, там есть какая-то тема, 100%. Сколько ты зарабатываешь, скажи, в месяц? 150, Сколько ты хочешь? 300 минимум. То есть, чтобы меньше мужа было, да? Честно, я пытаюсь, ну как тебе сказать, потому что мне кажется, если я поставлю столько, сколько я хочу, а, то Субъективно, это будет да? стресс для психики. Нет, это будет стресс для психики. То есть, знаешь, я не люблю ставить слишком завышенно, чтобы не уходить в это, знаешь, идеализм. Типа, что я столько не заработаю, а значит, руки повесить, ну вот в это. Полная хуйня, короче. Ты просто боишься раскрыться. Вот, понимаешь, вот есть потенциала вот настолько, а ты, блядь, на полшишки там, даже не на полшишки, блядь, на четверть, ну, там, блядь, на тютельку, блядь, работаешь, понимаешь? И ты такая приходишь и говоришь, блядь, Макс, я хочу вот столько, получаю вот столько. Я говорю, а что ты боишься вот здесь вот взять? Она такая, ну, 600. Ну, честно, мне комфортнее 600, потому что, ну, типа, на мне там очень много чего мне надо саморешить. М, давай так, вот знаешь, такая тема есть, как, господи, этот термин все время забываю, баланс в теле, как называется? Помогите. Икигай? Нет, блядь, господи. Ну, когда, типа, вот системы стремятся к балансу. Вот тело, эта система, она в балансе. Вот Равновесие. нет, какой-то другой. Ладно, неважно. Гармония, наверное. Нет, Гармония. какой-то там биологический термин, я забыл. Короче, Макс, когерентность может. нет. Гомеостаз, вот. Спасибо, Григорий. Гомеостаз. В чем смысл гомеостаза? В том, что вот ты же знаешь, что в каждом организме есть бактерии, да? И, Мгм. Ну, вроде бактерии это ж плохо, но, типа, если из желудка убрать бактерии, мы заболеем, да? То есть все находится в равновесии, в гармонии. И даже бактерии у нас внутри находятся в гармонии, да? Но когда идет дисгармония, дисбаланс, мы заболеваем, да? А когда мы заболеваем, соответственно, мы должны что-то извне взять, чтобы нам помочь. Вот ты болеешь, и ты извне что-то берешь, чтобы свой баланс. Вот он у тебя кривой, косой, но баланс. И ты вот извне что-то берешь, чтобы этот баланс удерживать. Понимаешь, что я говорю, либо нет? Я пытаюсь ответить внутри на вопросы и пока не могу, честно говоря. Хорошо, давай с другой стороны копнем. Вот есть в твоем окружении женщины, которые на 100% реализованы, ты бы хотел, вот как они? Но у меня есть ролевые модели. Ну, кто? Мне Таня Бибик нравится. Ну, Ну, я понимаю, что я совершенно другая по психотипу, но условно говоря. подожди, кто это вообще? Это основательница не школы, одна из двух. Она очень твердая, она прям маркетолог по продажам, прям. Я понимаю, что у нее круто прокачано. А ты что, мягкая, что ли? Я никогда, понимаешь, я очень твердая, но твердая в действиях, а в продажах у меня опыта нет. И я, когда выхожу в продажи, я теряюсь, я всю агрессию запихиваю в себя, вовнутрь. А часто ты вовнутрь запихиваешь что-то в себя? Так, а конкретнее? Ты же чисто через метафоры же, да, сейчас? Но я какую-то часть подавляю. Вот ты когда засмеялась на моей фразе, вот ты о чем подумала? Вот то, о чем ты подумала, это и правда. Когда я спросил, часто ли ты в себя что-то пихаешь? Ну, я про еду подумала. Так, а что там с едой? А что ты улыбнулась? Вот что там? Что за реакция? Ну, это что-то выражение, что типа, что ты запихиваешь? Ну, типа, уже не лезет, что ты давишься? Типа такого что-то из детства. Что это выражение? Кто тебе это говорил? Папа, возможно. Да, то есть, получается, ты какой вывод сделал? Что не надо себя запихивать, иначе я подавлюсь, и мне много не надо, да? Или что, какой вывод-то? Вот тебя папа пристыдил, понимаешь, мужик. Поэтому, видимо, ты нашла себе более такого, как бы, мужчину, ну, не такого, типа, блядь, это армянин какой-то там, чеченец, да, типа, блядь, ну, иди там, блядь. Ну, а более такого романтичного склада, да? Чтобы тебе не говорили, не пихай в себя, да? Тебя папа застыдил. Какой вывод ты сделала? О мужчинах, о себе, о бизнесе, о жизни. Какой вывод? Извини, что жестко, но ты вроде разрешила. Нет, я просто думаю, но про папу там было очень много рамок и ожиданий. Ну, то есть там типа, все время по спине бьют, сиди с ровной спиной. Маме он постоянно говорил, типа, не чавкай, поэтому, блин, я настолько идеально ем Маш, просто. Представь, хорошо, Маш, я прям помешана. Окей, представь, что ты пукнула вот сейчас, вот пукни. Угу. Что? Ну, типа, сразу я представляю, что жар, краснота, пристыженность. Ага. Скорее, желание куда-то исчезнуть, то есть стать маленькой. Вот, то есть твоя тема – это стыд, да? Возможно. Ага. А ты ее отрабатывала с психологами, вот эта тема стыда? Она конечно. Сама... А как ты ее отрабатывала? Ну, во-первых, что это манипуляция, я это отслеживала, где я начинаю смотреть на себя чужими глазами, прям отслеживать, отделять от себя. Вот, первое. Второе, это то, что идти в уязвимое тело, это в телесность, это в признании того, что каких-то там, типа, вот, чего бы я никогда не хотела, чтобы обо мне узнали, я прям писала бумажку, подходила к людям, зачитывала, и все. Ну, типа, и я понимала, что ничего не произойдет, если узнают самые какие-то уязвимые стороны. Ну, это вот. Все, ты все красиво говоришь, ты красиво пиздеть научилась, но на самом деле правда в этом нету. Смотри, ты сказала, я не умею продавать. Как ты думаешь, продавать это красиво пиздеть или что-то другое все-таки, когда вот покупают прям? Я часто встречала продажи именно там про продавливание. Очень часто. У меня почему-то ассоциации не очень хорошие. Я не про инструменты. Можно продавить, вдавить, передавить, да как угодно, блядь, продавать. Но фишка в том, что не важно, что ты говоришь, важно как. Важно не сколько ты трахаешься, а как. Важно не какой ты себя считаешь, а какая ты на самом деле, понимаешь? Не что, а как важно. А у тебя всю жизнь игра, понимаешь? Вот, причем игра, типа, я вот хочу быть вот такой, потому что вот, ну, мало ли там меня пристыдят, понимаешь? Узнают, какая на самом деле. А люди же фальшь чувствуют, пиздеж. Вот ты говоришь, я женственная, я за это, я за то. Пиздеж. Ты же про принятие женщины, ну, когда я себя приняла, я не чувствую, что ты себя приняла на 100%. И женщины это чувствуют. Маш, смотри, мой простой совет тебе какой? Вот как только ты себя примешь на 100%, та, какая ты есть, что ты пукаешь, что ты какаешь, что ты там, не знаю, там, блядь, еще что-то, понимаешь, на 100%, такая, какая ты есть. Вот это и будет тотальное принятие, которое другие почувствуют, и тогда, когда ты будешь продавать, выступать, люди рядом с тобой не будут чувствовать дискомфорта, потому что у тебя этого дискомфорта нету. Вот знаешь, когда люди... Вот меня однажды пригласили в Челябинске на разбор спикеров. И там, значит, на сцену вышла женщина, ну не женщина, но девушка. И прям трехэтажным матом начала там вот прям мат-перемат через слово, да? Я не против мата, просто у нее это было неконкурентно. То есть прям видно было, что когда она говорит какое-то матерное слово, из нее оно вылетает, она прям вся скукоживается, прям вот все тело прям вот сжимается, вот прям вот, знаешь, вот через силу она все это себя выдавливает, пытаясь казаться какой-то там, понимаешь? А когда Артемий Лебедев матерится, у меня нету испанского стыда, понимаешь? Вот матерится, чувак, окей, понимаешь? А почему испанский стыд появляется? Да потому что люди считывают вот эти микро штуки, которые ты не принимаешь, и так как ты себя не принимаешь, они это ощущают. Некоторые понимают вот это ощущение, а некоторые не понимают, они просто осознают, что есть какой-то дискомфорт по отношению к Маше. Я не знаю, с чем он связан, но типа я не хочу ей платить там 300 тысяч или не хочу у нее там, не знаю, там заниматься. Вот. Но оно оттуда идет. А когда есть тотальное принятие, понимаешь, вот я вот такой, какой я, сука, есть. Все, вот я такой. Хочешь, принимай меня, хочешь, блядь, не принимай меня. Окей. Но когда ты пытаешься доказать, показать, там, из-за там какой-то там показаться, понимаешь, это пиздеж прежде всего в себе. И в интернете, интернет это что? Это такая большая лупа, которая увеличивает все твои комплексы. Их прям очень видно. То есть вообще не может даже там, ну, не заметить. Но как только ты выходишь там в Инстаграм, там что-то пишешь, четко прям видно, в чем твоя проблема прям, да? И, собственно, тут ответ, точнее вопрос. Готовы ли люди платить за твои комплексы? Вот те, кто готовы, к тебе идут и платят тебе. А сильные, как мы выяснили, ресурсные клиенты не хотят за это платить. Ну, вот ответ. Понимаешь? Ну, кстати, да, я заметила, что мне платят не чтобы стать женственными. А за что? Я по-другому принимаю. Честно, у меня девочки выходят, они вот прям разъебные. Ну, в плане, они уверенные. Они вот настолько вот четко, вот знаешь, правда. Свои стили. Вот, Маш, вот это правда. Вот если бы ты эту правду транслировала, как я тебе до этого сказал, дракона, понимаешь, тогда вот представь, ты приходишь в магазин, покупаешь сметану, а там, сука, не сметана, там, блядь, этот, я не знаю, там, что, не знаю, растаявшее мороженое. Вроде тоже белая масса, но, блядь, другое что-то, понимаешь. И клиент чувствует себя, блядь, обманутым, понимаешь. Он сметану хотел. То же самое, как с тобой. Я, блядь, продаю женственность, а там, блядь, разъебность, понимаешь. Нахер это надо? Зачем вот эта вот кривая какая-то схема, если можно прям сказать. Я, блядь, учу женщин разъебывать. Все. Окей, продай это. И там денег больше, понимаешь? Вот в твоей игре мало денег, а вот в твоей правде много денег. И в отношениях также. И в отношениях также. А кому может быть нужно? Что? Просто у меня сразу страх. Знаешь, у меня есть ассоциация, что за женственность, за контакт с собой могут платить девочки, которые там типа миллион зарабатывают, но они прям с яйцами. А за разъебность, простите, кто будет платить? Кому это нужно? То есть я просто думаю, ну, я не могу найти даже, ну, знаешь, как примеры. Паш, клиенты приходят всегда на человека. Как только ты себя принимаешь, как только ты сама готова, ну, ты в это веришь, вот, на горящие глаза твои всегда приходят клиенты. Угу. А когда у тебя внутри, у самой куча конфликтов, понимаешь, да, вон, Кристина Софья, блядь, пиздец, ужасная женщина, блядь, какая-то там лесбиянка, блядь, кучу денег зарабатывает, пожалуйста. Вот я с ней бы не общался, ну, я ее видел там на выступлениях, мы с ней пересекались, нахуй надо вообще. Кому-то заходит, понимаешь, классно, ну, пожалуйста. Как говорится, каждый дрочит, как он хочет, да, и на что хочет. Пожалуйста, реально, куча клиенток у нее. И она прям, знаешь, она прям разъебывает. Вот я смотрел ее там, да. Знаешь, эти разборы, там, пиздец. Она просто, блядь, абьюзит, унижает, оскорбляет, просто там. Ну, кому-то это надо, ну, кто-то платит за это, окей, хорошо. Ну, и мне тоже платят за это, понимаешь? Ну, типа, блин, еще раз говорю, главное, чтобы вам прикольно было. Вот мне прикольно, вот я сейчас сижу, разбираю вас, мне прикольно, вот мне классно, понимаешь? А в конце я еще вам продам, еще классно будет, еще и деньги мне за это капнут, понимаешь? Вообще идеальная жизнь, понимаешь? А когда я себя что-то леплю, понимаешь, там, блядь, одену галстучек, блядь, смокинг, приду, там, блядь, причешусь, там, все, там, не матерюсь, это не я. Ну, не я это. Это кто-то другой. И кому-то другому и платят там сколько-то, а мне настоящему заплатят больше, понимаешь? Принятие, короче. Твой ответ – это принятие себя тотальное. А как следствие уже и, собственно, проявленность, деньги и так далее. Ладно. Я просто понимаю, почему я это отсекаю, я в это не иду. И почему? Я очень боюсь, что я уйду в эту роль, и я начну всех подавлять вокруг, потому что, ну, Я просто понимаю, что во мне это есть. Я знаю, что в тебе это есть. Я как мужик это ощущаю, просто ты не пизди себе. Смотри, это неплохо. Смотри, есть разные мужики. И у мужика встает на разное. Вот у меня жена миниатюрная. Да, ну, условно, я люблю маленьких, да, я этот, по маленькому калибру хожу, понимаешь, да. А кому-то нравятся прям бабищие женщины, такие с сисями, там, с жопами, понимаешь, там, ну, разные вкусы есть. А как у нас формируется сексуальная конституция? Что-то у меня в детстве произошло, понимаешь, причем я даже знаю, что. И это повлияло на мои вкусы в сексе, на мои вкусы, на что у меня встает. То же самое и кто мне откликается как человек. Вот кто-то мне откликается, а кто-то не откликается. Не потому, что он плохой, а этот хороший. Просто я такой человек. Понимаешь? Вот кому-то нравится, блядь, шоколадное мороженое, кому-то ванильное. А ты мне говоришь, блядь, а я боюсь, что ванильное мороженое я не продам. Я вот шоколадное люблю. Да чушь полная. Я к чему говорю? К тому, что на любое мороженое найдется клиент. Вот что я говорю. Просто не нужно наебывать клиентов. Просто когда человек приходит покупать ванильное мороженое, ты ему, блядь, шоколадное даешь, посыпкой белой, ну, это наеб. Дальше тебе скажу. Вот ты говоришь, кому это будет надо, я боюсь своей силы. У меня бывший тренер по боксу, знаешь, от чего кайфовал? От того, что вот они с девушкой его, Настей, ездили, короче, в БДСМ-отель, и Настя его, условно, там чуть ли там нет, понимаешь, ну, стропонила, понимаешь. Он от этого кайфовал, понимаешь? То есть мы с ним обсуждали, говорю, Макс, ты что, ты же всем рожи бьешь на ринге, ты, блядь, такой брутальный, мужественный. Говорю, да ты что, я кайфую, когда женщина, типа, это как это, то есть как это называется, господи, типа она... Сабмиссив? Нет, она доминант. Да, она доминант, типа, а я там ей... А у меня это вообще, ты что, мне это претит. Чтобы женщина мне что-то сказала, блядь, я тут... Сразу, понимаешь? Вот мы разные с ним, понимаешь? Кто он из нас хуже и лучше? Да никто. Я такой, она такая, ой, он такой, понимаешь? У него на это встает, у меня на это встает. Понимаешь, кто из нас хуже и лучше? Никто. Поэтому на каждое мороженое найдется клиент. Когда ты это в себе примешь, там очередь выстроится из женщин, которые захотят тебе это купить. Угу. Понимаешь? Что-то много сегодня секса. Это лучше, чем говно. Ну, кому... есть, кстати, копрофилы, которые... Да, просто у меня часто, знаешь, это обратка мне, ну, как бы у меня очень много сексуальной энергии, вот я на ней работаю, типа, да, ну, типа, ну, вообще сексуальная энергия равно агрессии, равно, ну, витальность, да, типа, вот поэтому, наверное, много примеров. Окей, ты ответ получила? Да, спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, не поругайтесь после разбора.